Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами очередная распаковка посылок. Кучка такая хорошая пришла. И давайте начнем. Так, первая посылочка. Что-то тут, честно, даже что-то не припомню, что тут такое может быть. Сейчас посмотрим. Так, чего-то там три штуки. А, девочки! Это я заказывала на Джуме парфюм. Вот такие три мини-версии. Но, конечно, упаковки, как видите, все такие невзрачные. Давайте скорее понюхаем, послушаем, правильно говорить, запах. Так, бутылек без пробочки. Вот такой вот объем. Такой слегка зеленоватый цвет. Давайте пшикнем. Так, ой, аромат очень приятный, такой свежий, свежий, фруктовый, неприторный, такой вообще классный аромат. Девчонки, я заказывала, там отзывы были, и единственное, что там было, расписаны, какие ноты в этом аромате. Вот я на это ориентировалась. Ну, классный, приятный аромат. По стойкости не знаю. По стойкости нужно смотреть, конечно. На упаковках здесь все на китайском языке. Вот на английском что-то тут есть. Срок. Так, дата до 2020 года годен. Blue Bells. Это вот этот первый аромат. Второй аромат. Ну, тут то же самое. Чонс. Как правильно? Я не знаю, как. Прочитайте, как правильно. Это все женские парфюмы. Тоже здесь вот есть ингредиенты на английском языке. Тоже годен до 2020 года. Ладно, тоже зелененький такой легкий оттенок самого вот этого парфюма жидкости. Тоже должен быть какой-то свежий сейчас. Вот этот тоже приятный аромат, но он такой более сладковатый. Такой более сладковатый вот этот аромат. И Дейзи вот этот последний. Тоже то же самое, все то же самое. Годен. Тоже до 2020 года. Тоже без крышечки. Такой вот пульверизатор маленький. Ну, это пробные версии, больших там и не было. Ну, вот этот, кстати, неплохой аромат, но это не мой запах. Я его подарю кому-нибудь. Вот этот мне понравился, я его оставляю себе однозначно. И еще один, куда его нанести-то? А он, представьте, не брызгает. О, все, там просто была какая-то защита. Вот этот аромат более такой, шипровые нотки в нем присутствуют. Он такой более жесткий. Но для зимнего времени года он подойдет. Но на лето, ну, опять же, выветрится. На лето вот этот мне очень понравился. Так, девочки, давайте поподробнее расскажу вам об этих ароматах. Я уже с ними походила. И более подробно могу вам уже рассказать. Значит, вот этот аромат, он более шипровый. А я думала, что он будет более стойкий, потому что шипровый, они как бы стойкий. Но, ну, не знаю, может быть, я на себе его не чувствую. Запах мне понравился. Вначале он резкий такой, но когда выветривается, очень приятный запах. Ну, вы видите, что вот осталось. Ну, хватило мне на три раза. Ну, и цена у них смешная. Там доставка, по-моему, 12 рублей. И сами духи 50 с чем-то рублей стоят. Ну, в принципе, это нормально. Запах мне очень понравился. Ну, я уже как сказала, да, он более шипровый такой. Но выветривается он очень приятный. Ну, по стойкости, конечно, меня гложет сомнение. Значит, вот эта водичка. Это одна прямо из всех трех, которая меня прям покорила. Она мне очень понравилась. Это очень мягкий, очень нежный такой аромат. Ну, стойкость также, я ничего не могу сказать. Но здесь его, вот это вот. Ну, вот это я, наверное, просто интенсивно прям брызгалась.
Вот это я, наверное, раза 4 я брызгалась. Может быть, она мне очень понравилась, поэтому я ее берегу. Ну, реально, очень приятный запах. Он настолько мягкий. Я не знаю, как описать. Он фруктово-цветочный такой, и в то же время он свежий. Здесь нотки цитруса чувствуются. Ну, обалденно. Мне очень нравится. Я не знаю, не буду, конечно, настаивать. У всех вкусы разные. Ну, заказывала на свой страх и риск за такую цену. Не мне, так кому-нибудь бы подарила. Вот этот аромат я вообще хотела подарить кому-то. Но пока им я еще не пользовалась. Вот только прыскала на руку один раз. Он такой, более такой, как вам сказать, более насыщен вот этими фруктами. Я даже не могу сказать, какой-то вот такой вот компонент тут есть. Запах тоже приятный, но для меня он слегка тяжеловат. Что-то вот цветочное, что-то здесь вот какое-то, я не могу понять, что тут. Какая-то нотка такая, которая меня немного смущает. Но опять же, я попробую, может быть, он опять так же выветривается и становится нежненький. Но вот этот аромат меня немного смущает. Я, скорее всего, его даже маме, наверное, подарю. Но вообще он приятный, но это не мой запах. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной до конца. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео.